Так, дом Новосадова, улица Энтузиастов. Закончились здесь внутри отопление. Так, сейчас расскажу то, что у нас в планах было. Это теплый пол, тамбур. Дальше теплый пол, вот этот коридор, санузел, в этом санузле у нас душевая, вот так душевая будет на всю ширину, унитаз, раковина, место под крепежи унитаза обошли, то есть вот, вот в этом месте как раз будет крепиться унитаз. По центру полотенцесушитель. Дальше гостиная. Это тоже все теплый пол. И помимо водяного теплого пола, еще у нас по краям от окна два радиатора. И также второй санузел. Это у нас второй санузел. В этом санузле у нас будет угловая ванна, унитаз, раковина и стиральная машина. И кухня. И кухня. Это тоже теплые полы. То есть это то, что у нас заложено. Заказчик, этот дом был куплен на этапе строительства. Дозаказал, то есть у него теперь еще теплые полы идут и по спальне. Вот у нас гребенка теплого пола. Ну, все куда уходят, это все подписано. То есть где какая спальня, где кухня, где коридор. Также установлен узел смешивания. То есть, пожалуйста, на нем можно выставлять свою температуру. Если у нас там стоит на котле, например, 45, то здесь можно поставить 35-30. Это такая комфортная будет от 30 до 35. Также здесь дополнительный счетчик на полив установлен. Вообще идет центральный счетчик, сейчас устанавливается в колодце на воду. Как бы оплата идет по нему, но дублирующий мы всегда ставим в доме. И здесь еще дополнительный на полив в огород. Так, потолок здесь. Подбивали USB. И вот у нас идут комнаты. Это первая детская спальня, самая маленькая. Здесь где-то 12 квадратных метров. Ну, соответственно, розетки. ТВ, интернет, это все выводили здесь под заказчика. То есть как он тут планирует расставлять мебель. Проект дизайнерский, как будет стоять здесь мебель, это все у него уже есть. То есть это все ему уже подготовили. Также в комнатах везде еще дополнительно розетки, вот в углу верхнем. Это под кондиционеры. Ну, на днях у нас сюда мастер заходит, будет теплые откосы делать. Так, и третья спальня. В каждой комнате теплый пол. Некоторые спрашивают, то есть у нас же по комнатам будет ламинат, некоторые спрашивают, как будет себя вести ламинат. Ламинат мы укладываем
33 класса, который не боится ни теплого пола и ни влаги, то есть хороший качественный ламинат. Так что вести себя он будет нормально. Так, вчера первый день начали подготовку к тротуарной плитке. Вот только материалы позавозили. И вокруг начали выставлять поребрик. То есть вот у нас как поребрики крепятся. Ну, здесь они просто пока пролет технически оставили. Здесь тачками ездят. Так что вот так. И здесь вот на ширину, ну, примерно такая же ширина будет в правую сторону. Это все вот будет тротуарной плитки. Столбы это под навес. Здесь изначально планировалось, думали, будут все-таки со ступенькой. Ну, когда все уровни отбили, получается, что, короче, выходим ровный. Единый, получается, отсюда будет идти уклон. И также будет уклон от дома сюда, вот в сторону вот этой зоны. Вот эту всю зону мы будем засыпать черноземом в дальнейшем. Вот как я и говорил, иногда спрашивают там, а где, какие места будут черноземом засыпаться. Вот они. То есть выставили поребрик и теперь, ну, чуть-чуть не доходя до него, там несколько, там 5 сантиметров доверху чернозема, это доверху поребрика, это все будем засыпать черноземом. И вот она у нас целая площадка, тоже будет тротуарная плитка сейчас закрываться. Вот здесь, где подвал, две ступенечки, то есть здесь опустились ниже, и площадка, где сушилка. Ну и потом будем вот здесь уходить вход до подвала и дальше вот сюда закругляться до террасы, делать общую площадку. Итак, как я говорил, стоимость такого дома 7 200 000 с отделкой под ключ. Такой дом сейчас мы строим в Дубовской заставе.